это утро жители города Видное начали с общественно полезного занятия. Они вышли в свои дворы, чтобы посадить новые деревья и кустарники. Акция «Наш лес» Московской области проходит уже в 6-й раз. В этом году на территории Ленинского городского округа предстоит высадить 3000 саженцев. Деревья всегда новые нужны, что-то новое обновляется. Где-то кустики погибли, мы посадим новые. Все-таки красота ж. В этом году акция «Наш лес» проходит на 27 площадках Ленинского городского округа. 9 основных. Одна из них вокруг игровой зоны на проспекте Ленинского комсомола 5. Здесь высадили 19 деревьев и кустарников. Эта территория достаточно зеленая. Мы не первый год занимаемся посадкой деревьев и кустов на этой территории. И здесь люди, которые только въезжали, тогда еще новые абсолютно дома, 30 лет назад, тоже позаботились об этом и посадили достаточно много деревьев. А мы просто продолжаем традицию. В этом году из-за сложившейся эпидемиологической ситуации акцию «Наш лес» было рекомендовано проводить менее масштабно, чем обычно. На каждой площадке в ней смогли принять участие не более 10 человек. Но это не помешало видновчанам справиться с задачей на отлично. Были высажены саженцы березы, сирени, яблони, кусты барбариса и калины. Деревья – это же легкие нашего города. Чтобы наши дети и мы сами дышали свежим воздухом, да, задерживалась пыль – это очень важно. И дальше она будет продолжаться, эта акция. И старый, и млад. В процессе высадки деревьев и кустарников приняли участие даже ветераны Великой Отечественной войны. Акция «Наш лес, посади свое дерево» в Ленинском городском округе продлится 3 дня – с 16 по 18 сентября. После этого, по традиции, за саженцами будут тщательно следить, чтобы они прижились и радовали горожан. Юлия Погосян, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.